Привет, Краснодар, с вами и со всей России. Анапа, город-курорт, город воинской славы, очень спортивный город. Здесь очень любят плавание, футбол, волейбол, борьбу, просто пробежаться утром по пляжу. Несмотря на то, что погода намекает на дождь, на центральной площади тысячи человек, все они, безусловно, будут болеть за наших. Рядом со мной анапчане, отдавшие десятилетия спорту, они в прекрасной форме. Будем болеть за наших? Да! Что бы хотелось пожелать нашим спортсменам? Побед. Удачи нашим спортсменам. Несмотря на все козни, мы желаем нашим спортсменам хорошего выступления и будем за них болеть. Больше рекордов. Россия вперед. Присоединяемся. Здесь сегодня много чего будет происходить. Настроение у всех прекрасное, я бы сказал, боевое. Здесь будут делиться спортивными достижениями, демонстрировать, опять же, спортивное мастерство, сдавать нормы ГТО. Со мной рядом волонтеры серебряного возраста, люди многоопытные. Они помогали в организации зимних Олимпийских игр в Сочи, Паралимпиады, Кубка Конфедерации. Многие из них поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Они считают, что место спортивной кричалки в российской культуре вполне может занять частушка. Скоро будем мы смотреть игры Олимпийские. Спортсмены будут побеждать только лишь российские. Ну, вот на этой позитивной ноте Краснодар